Thank you.
кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Айзек, столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Я пытался выжить. Я смог немного поглотать тебя. Слушайте, я обвиняю эту миссию. Задницу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской борту. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в большом море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится.
ты дошел? Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Глупайза, против Ишимуры. Не думаю, что они случайно оказались тут. Я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть в люки. Thank you.
нас не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Действовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен.
Я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественны, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Вы должны мне помочь. Повторяю, инопланетяне очень опасные. Всему персоналу вооружиться, огонь на поражение! Приятели инопланетяне, повторяю, инопланетяне очень опасные. Всему персоналу.